Всем привет, ребят. И сегодня у нас очень мало будет разговорного жанра, очень мало текста, потому что на самом деле говорить особо не на чем. Сегодня Янов и сегодня Изумрудный. А если быть точным, то сегодня место, где когда-то была база отдыха Изумрудная. Просто не хочу ничего говорить, смотрите сами. Какие дела? Вот сейчас почему-то очень хочется найти человека, который за это ответственен. Сделать ему какую-нибудь пакость. Моей второй и последней остановкой на сегодня была ЖД-станция Янов. И здесь ситуация намного менее плачевная, чем ситуация с Изумрудным. Да, огонь перекинулся через дорогу и подошел практически вплотную к станции, но сама станция, то есть полотно, вагоны, все это уцелело. На этих кадрах видно, что вот огню до станции остались буквально считанные метры. И то, что Янов уцелел, я опять-таки считаю чудом.
Уже не первый раз я употребляю это слово в своих видео, но вот я почему-то думаю именно так. Друзья, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Всего вам прекрасного. Пока.